И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Royal Quest. Сегодня среда, и да, это день крестоносца был всегда, и он же им и останется. Да, пока что также будут выходить в среду и субботу, и буду пока что играть за крестоносца. Также я иногда буду играть за кадром, ну и как вы видите, у меня теперь, во-первых, 40-й левел. Во-вторых, у меня уже 30% в него вкачано. Ну и, конечно же, я золотое копье плюс 3 надел. И переговорщик плюс 6 надел, что означает, это просто офигенно. И перстень оборотней я тоже заточил. Сила, удача, защита, все дела. В общем, классная штука теперь стала. Золотое копье я сделал плюс 3 к силе, точнее, оставил на плюс 3 к силе, потому что я реально потратил немало ресурсов на то, чтобы его перезачаровать, но, к сожалению, не получилось. Кое-как его заточил на плюс 3, реально, плюс 3 это максимум, что было. Было 50 на 50, и в итоге откат. 50 на 50, и в итоге откат. Да, кое-как сделал на плюс 3. Иногда, а именно два раза у меня с плюс 2 откатывалось до плюс... А, подожди, с плюс 1 до 0. Да, то есть мне просто до 0 откатывалось. Такие вот делишки. Чуть не бомбанул с этим копьем. Ну и переговорчик. Смотрите, сколько у меня теперь надают защиты. 61,6% это так. И если я слезаю, то 63,3%. Если снять переговорчик, то... Ну, вы сами все увидите. Просто 1000 защиты в минус. Ну, вот такие вот там делишки. Так что наденем его обратно. Так, ну-ка, 1000. Ну, почти 1000. 996. Если быть точнее. Ну, это вполне себе неплохо. Садимся обратно на своего боевого коня. Кстати, если в так, ну да, то же самое. Ну, процентность, все дела. Вот. Пока что я не вставлял карты никакие, поэтому я хочу вас спросить, какие карты лучше всего вставить. У меня есть карта... карта воздуха. И вы все это прекрасно знаете, я хотел ее вставить. Но хотел спросить, нужно ли ее вставлять? Если так, то по-простому. Поэтому пишите в комментариях то, что вы думаете, что лучше вставлять, так сказать, из более доступных карт. Я также продолжаю сдавать белый песок, зеленую слизь и едкую кислоту я много набил, пытаясь... вот, крысиную куклу добыть. Но, к сожалению, у меня не получилось. И суть в том, что да, я сюда пришел, я бегал сюда. В общем, я по этой локации бегал немало. Убил немного, точнее, тоже немало. И даже вот здесь, когда бежал обратно, босса летучих мышей завалил, которого 80 тысяч хп было, и он как-то по мне, ну, не очень дамажил. Вот, но я его завалил. Такие вот, кстати, я даже не глянул, сколько он мне опыта дал. Но босса завалил. А вот крысиную королеву я так и не нашел, к сожалению. Поэтому куклы у меня нету. Вот, ну и сейчас, конечно же, сбор информации. Это пойдем раскапывать муравейники. Так, что у нас тут? Ну и тут больше вроде ничего нет. Здесь только хитиновые оболочки набивать все дела. Поэтому я решил немножко побегать здесь. Ну и параллельно выполнить квест. Здесь вполне так весело бегать. Так, из изменений. Ну, атаки у меня сейчас очень много, потому что силу кратности сделал. Вот, ловкость, видите, у меня кратность, удача у меня тоже кратность, и выносливость я сейчас качаю. Вот такие вот дела. Так, ну это я жвачку 3 за квест получил, одну выпил, кстати, выбил. Вот здесь вот у меня заспомнился... этот бочонок, и я его разбил, и тут жвачка выпала. Я очень сильно удивился. Но эти цветочки пока что не продаю, потому что я не знаю, пригодятся ли они. Так, мне надо вот это вот... А, ну да, правильно, тайное место обозначено на карте. Вот, здесь монстр довольно-таки нехилые, я вам так скажу. Но и в то же время слабые. Так, побежали. Кстати, да, сегодня вышло обновление, и АОЕ скиллы больше не нужно кастовать. Допустим, вот у меня АОЕ скилл это возмездие. Раньше было как? Нажал на него, направил куда тебе нужно, так сказать, можно было отрегулировать. И, так сказать, все было хорошо. Теперь же, куда направил,
туда, он сразу же и будет бить. Так, давайте лог боя включим. Вот, такие вот дела. То есть, получается, сейчас намного легче с одной стороны, но намного тяжелее с другой стороны. Но к этому можно привыкнуть. Так что АОЕ скиллы теперь... АОЕ это те, которые бьют по области. Допустим, у магов это метеоритный дождь. Вот, у крестоносца, допустим, это вот возмездие, это тоже АОЕ скилл, по сути, это тот, который бьет по области, а именно здесь область, одна клетка по горизонтали и по вертикали, там несколько клеток, так что, о, стоять, мясо змеи, кстати, да, вот теперь мне тут мясо змеи нужно собирать, потому что мне, раньше было, до этого у меня было как... Надо было железный хлам, да, сдавать. А сейчас же у меня появился квест на сдачу мяса змеи. То есть за мясо змеи я получаю квест. Ну, такие вот дела. Стой ты, зараза. Бегаешь. Цветы логруса я пока что собираю. Я не знаю, нужны они будут мне или нет. Вот. Ну и опять-таки же я сильно-то не хочу... Зараза, убегает, блин, меня не бесит этим. Я, конечно, не хочу вставлять элементальные карты, потому что благодаря тому, что у меня нету элементальных карт, тех, у кого стойкость к элементам, они дохнут быстрее, что ли. В этом плане очень даже неплохо. Так, муравейник. Ох ты ж, ну нифига, ну тут просто все в одну кучу. Так, понеслась. Просто красота. Я, конечно, обожаю так убивать, но... Ну, Боленский, огребаюсь тоже нехило. Вот. Я все так же продолжаю бегать именно пешком. Не... О, ну, на коне, точнее, не бегаю пешком. Чисто из-за того, что я от монстров так могу убежать быстрее. Вот. Пожалуй, это единственная причина, по которой я... Не бегаю пешком, как раньше. Так, все, собираем. Ой, щет, не ту кнопку нажал. Да вы меня достали, мелкие говноеды. Я вообще-то хочу просто собрать долбанный цветок. Вам что от меня надо? О, фак. Кстати, вот эти вот песочные, походу, дела не агрессоры, но... Я думаю, сейчас зацеплю все равно его. Случайно. Понеслась! О, да, вот это я понимаю, красота. Замечательно. Дурдом, они меня бесят. Но опыта дают, кстати, за них неплохо. 830 мне лично нравится. И учитывая, что они агрессоры, они быстро бегают за мной. И вполне их неплохо убивать. В целом, замечательно. Так, вы у нас нейтралы, да, как я понял? Пощёл вон отсюда. Ага, хотел убежать, да? А фиг ты с два, я тебя отпущу. Бежать он хотел от меня. Понеслась, ёпарасоте, я чуть не сдох нафиг. Так, кучнее. Не останавливаемся. Замечательно. Вот, я не знаю, ну, по-моему, по мне так оно было, но эскейп, я немножко почитал там, эскейп отменяет теперь все умения. То есть, допустим, ты начинаешь кастовать, да, допустим, умение, ну, по сути, это оно так и было. Ух ты ж, блин, какая классная штука. Ой, сколько баксов тут разбить. Вот, по мне так оно так и было, что... Вот это неплохо, я по ним просадил.
О, я одну что ли завалил? Прикольно. То, что, допустим, ну, сейчас я покажу на первой помощи. То есть, допустим, кастуешь и нажал эскип и отменил. По мне так оно так и было. И я не раз отменял ее. Ну да ладно. Вот, и то, что отменение цели тоже на эскейп, это, так сказать, тоже написали. Ну, по мне так это, я этим и пользуюсь. Не знаю, в общем, в этом плане как бы, не знаю. А, щит ауры, это свет ауры. Так, не то. Вот этот скилл теперь можно кастовать на ходу. Щит ауры... Ну что, я думаю, вполне так себе неплохо. В течение перестает получить урон противников с нами. Это неплохо, да? Перестает получить урон противников. То есть в течение 4,5 секунд. То есть, проще говоря, я убегаю. И заюзав щит ауры, я не буду получать урон. Это супер. Это реально супер. Так, чё, вы сагритесь на меня? Долбанные рабочие пассивные говноеды. Понеслась! Ну, ай, чёрт, я надеялся, а вы-то... Тьфу на вас. Так, понеслась. Да чёрт, не зацепил. Да что ж такое? Так, ну вообще, моя миссия это... Муравейники раскапывать, тайники искать, так что... Да что ты там под ногами, тут залез под ноги и пытаешься что-то сделать. Так, так что мне надо дальше искать тайники. Муравейники раскапывать, по-простому говоря. Так, вот это вот я тварь пытался убить. Он стойкий. Не понял. Ты чё, босс, что ли? Вот ты почему-то её не смог завалить. Ну, точнее, я тебя почти завалил, скотина, но... Да, намного всякого говна сагрилось, и я решил отступить. Тактическое отступление! Ну, такие вот дела, как бы... Решил не испытывать судьбу и не задыхать. Так, да, я опять косу... Дарская коса, я уже выбивал ее. Легкий клемор геометра. Ага. Так, мой получается 130 дает, и это тоже 130. А, только моя карта зимы у меня оставлена. Интересно, по сути у меня сейчас я выбил меч, который к силе даст побольше. Но это дает к выносливости, но мне это ни к чему. Ну и к защите он дает, что очень даже к чему мне. Так, ну и косу, которую продам. Прикольно. Знаете, это, походу, дело первый раз, когда я выбил какой-то предмет, который мне на данный момент пригодится. Я его смогу надеть. Реально, даже как-то это, не по себе от такой мысли. Так, замечательно. Скоро уже сундучок будет. О, холодный песок. Ну, судя по всему, он тоже будет нужен, так что, думаю, надо будет его оставить. Такие вот делихи. Так. Отца. Да. Красиво. Эх, понеслась. А под такую музычку не жалко и поубивать вас всех. Красиво. Давай! Понеслась! Так, мясо змеи это хорошо. Вообще замечательно. Вот так вот. О, супер. Все. Набил я. Да сдохни ты, козлина. Набил я на сундучок, теперь мне осталось только встать где-нибудь. Плохо. Так, еще мясцо.
Че я нашел? Ух ты, нифига там золото сколько выпало. Супер. Ах ты ж, блин, зараза. Что-то было неожиданно. Так, ну давай, добывайся быстрее руда. И замечательно. Так, так, так. Так вот. Так, так, так. И вот так вот. Теперь слезаем. Кстати, да, благодаря золотому копью у меня вот 196 и 192. Так, ну, все равно пока что еще приходится слезать. Ну, это означает, я и так получаю 5000 золота. Вот супер. Концентрация, конечно, мне ни о чем. Но 5000 золота, это супер. О, нужное кольцо заменил. Хоть когда вот так вот меняешь, он меняет их по очереди. То есть он их жонглирует ими и по очереди перебирает. Ну, 24. Замечательно, у меня все правильные предметы надеты и все замечательно. Ну, хотя да. 5600. А, ну да, так и должно быть. Да, все правильно. По защите надо смотреть, правильно оделся я или нет. Это более выгодно. И удобно, я не знаю, что есть, но здесь, наверное, как по какому-нибудь кусту нужно будет идти, возможно. А, такие вот дела. Ну, в общем, 40-й левел это супер. Скоро, скоро я качнусь до нормального левела, и я смогу. Да вот до 43-го я там в доспехе. Вообще, в целом, я хочу именно сет брони Эмбера. Я хочу полностью в броню Эмбера одеться. Это поноши. Ботинки и, конечно же, броня и перчатки. Вот, я как бы это очень, блин, старался этого говноеда захватить. И в итоге, да пошел ты в жопу, блин, чего тебе продавать? Остали у меня уже все. Хочу ничего, блин, никому продавать, мне самому пригодится, я думаю. Я как вариант ПЦ продам, но вообще пофигу, ничего не хочу продавать. Мясо! Ешь мясо. Да. А, такие вот дела. Так, ладно, погнали. Я так нифига не могу сбор пройти. А, знаете, вот это тайное послание. Знаете, в чем весь косяк? О, легче, 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 легче. Нет, черт. О, там что-то подобрал, походу, дело хорошее. Ну-ка. Ух ты, блинский, алебарда тяжелая. Фига себе, это же супер, она стоит, 8000 стоит. Ёпарасоте. Так, я вот хочу вот эту тварь, короче, завалить. Вот эту тварь я хочу завалить. А ты молодец, на меня ставился. Так, иди сюда. Сюда сказал, иди. Я сказал, иди сюда, я тебе что сказал, так. Так, ну, короче, привык к этой фигне. Так. Понеслась. Так, ближе. Так, я по тебе промахиваюсь, да? Так, фигово. Так, давай-ка слезу. Да что ты, блинский, а? Так, F2. Так. 6. Тихо, тихо! А, черт, нифига себе, я просмотрел. Промахнулся. Давай, бей. Да. Защиту, временочка. Ну, ребят, извините, я молчу. Я прям... Весь сосредоточенный на бою. Мне реально тяжело дается этот бой, потому что вижу. О да, эффект с два тебе. Так, у меня закончилось. А, черт тебя побери. 6 секунд. 5, 4, 3. Давай. А, да. Супер. Бутыль.
Супер. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, быстрее. Вот да, супер. Обломись, козлина. Я тебя так завалю. И всей яростью, что у меня есть. Фу, 6326. Конечно, я не спорю, я за это количество опыта мог бы и больше убить. Ну а что поделать? Я хотел его завалить. У меня была к нему личная месть. Конечно, ничего не выпало, ну и да и фиг с ним. Так, давайте-ка я хочу вот эту фигнюшку запустить и... 7000! Я хочу побыстрее просто надеть доспехи Эмбера, которые мне Нигар дарил. Я просто... Знаете, вот только вот эта мысль меня заставляет играть. Заставляет меня хотя бы иногда заходить. Заставляет меня покупать вот этот чертов белый песок и качаться им. Только вот эти долбанные мысли о том, что я хочу надеть эти здравые вещи и посмотреть, что же у меня получится по защите. Реально, только вот эти вот мысли, то, что именно вот такие офигенные вещи у меня есть и надо ими воспользоваться, заставляют меня играть, по-простому говоря. Потому что отдача от подписчиков все меньше и меньше в плане комментариев, все дела. А именно вот это вот очень сильно заставляет меня играть. Потом надо будет эмберовские ботиночки поноше и... И понеслась, да. Ботиночки поноше, перчатки надо будет... Так, супер. Ближе, легче, дыши глубже. Понеслась. Вот, надо будет все это заточить. Да, вот наконец-то... Ой, я хотел себя вообще-то похилять. Сдохните, твари. Ну, хоть кто-нибудь, да сдохните-то, вы уже меня достали. Что ж вот такие живучие-то твари, а? Вот, вот что там? Там Максим... Ах, ты ж блинский, а? Говноедин, а? Еще одна такая же тварь. Не, ну я его явно убивать не хочу, потому что он, реально я задолбаюсь с ним. Слава богу. Я думал, опять меня сейчас... О, наконец-то один тайник долбанный. Я уже, оказывается, вот один из пяти наконец-то есть. А, сколько этих долбанных... скорпионов, о, господи, я все... Я уже прям пожескочу, туплю. О, глазми. Не знаю, зачем он мне, но в целом ладно. Так. Моментального у меня восстановление энергии... А, есть, все нормально, так что... Так. Мне нужно, чтобы все откатилось. Погнали. Так. Не сильно много, но и не сильно мало. Чтобы уж стараться. Так было для чего? Черт, бери! Давай! О, да, вот это, короче, сейчас было вообще супер. Давай! Стухни! А, все. Я тебя сломаю. Вот это сейчас, короче, да, было вообще офигенно. Блин, надо вот эту вот фигню побыстрее сделать, маковинка, все дела, но для этого мне нужно будет исполнить меня, да, как... Чё я хотел бы качать-то, а? Таланты нужны, таланты, черт побери, таланты, больше талантов, но стойкость-то тоже нужна. Карта подождать урон, его защита увеличивается на 1%, все дела, в общем, штука-то классная. Так, мясо змейки. А, сверкающая чешуйка, мне она и не нужна, по сути. Ну да ладно. Конечно, бы инвентарь увеличить, но да и ладно.
Так, тайное послание, одна штука есть. Я не знаю, почему у меня сбросилось. Я, в общем, суть в том, что я два послания собрал. А когда я сдох, они исчезли. То есть, прикиньте, просто они взяли и исчезли. И, то есть, на, так сказать, на респе около инфанты я увидел, что у меня 0 из 5. Это было реально обломно так. Ну, к сожалению, мне сейчас приходится полностью все это дело собирать по новой с нуля. Вот, я не хочу сейчас согреть всех этих скорпиончиков, но, по ходу дела, придется. Давай, за мной. Говна кусок, за мной. Понеслась. А, да. Так, легче. Дыши глубже. Так, спокойно, спокойно. Замечательно. Жало скорпиона надо собрать срочно. Эта штука нужная, я лучше уже глаза выкину тогда. Змейки. Давайте прозрачное крылышко выкину. Жало скорпиона, эта штука нужная. На тебе, козлина. Ну ладно. О-о-о. Прикольно. Таблетушка, это хорошо. Так, муравейник. Давай, успевай. Ну чё? Где? Фак. Ну и ладно. Вот такие вот дела, ребята. Я не знаю просто что да как. Ну, кстати, опыта у меня еще пока что есть. Это хорошо. Я не знаю, как это долбанное послание забирать. И проблема с куклой. Проблема не в том, что я не могу крыс убить. Как видите, если долго мучиться, что-нибудь получится. Кстати, нифига, скорпиончики по 1000 опыта дают. И довольно-таки легко убиваются, сравнительно легко. Так, погнали. Ну-ка, давайте попробуем так вот. Старый верный способ. Знаете, тоже такой вполне неплохой способ, так что тут есть смысл побегать. Так, давайте попробуем жвачку. Экс. По сути, я сейчас использовал все то, что я могу использовать и так. Так, ближе, кучнее, ну же. Офигенно! Я обожаю, когда вот так массово все дохнут, это просто офигенно, я это реально обожаю. Для меня это просто так, стоп, защита стоит. Блин, я не могу описать то, насколько я... О, я, кстати, тайное послание сюда нашел. Не могу описать то, насколько мне это реально доставляет удовольствие, но когда вздыхает просто тонна врагов вокруг меня, это просто кайф, это реально кайф. Вот еще муравейник, блин, повезло, как, а? Так, ну на этот раз здесь не было тайного послания. Хорошо, погнали, давайте еще покачаемся на скорпиончиках. Ну, чё вы, сыте-то, вперед, за мной. Не сыте. Все будет путем. И раз, и два. Да, конечно, меня сейчас оторванули. Но лучше всего все-таки бить круговой атакой, как там, круговым ударом сначала бить, а потом уже бить крестом. Так, ну и, конечно же, лучше с откатанным знаменем бить это все дело. Хотя, по сути, с моей новой хилочкой, это прикосновение, это тоже вполне реально. Давайте даже проверим мою теорию. Реально ли? Да, реально. Крышня скорпиона не влазит. Чего? Че, прикалываетесь, что ли? Так, ну-ка, глаз выкинься. Глаз. Да, глаз давай выкинься. Мне тоже как бы там крышня скорпиона нужна была, и в целом я их покупал. Что хвост скорпиона, что жало скорпиона, что крышню скорпиона я покупал. Ну да, вот так вот я транжирно отношусь к деньгам своим.
Поэтому у меня денег нету. Я вообще с торгашей поставил по 9000. Чтобы уже их продать, моих 120 торгашей. И успокоиться. Ну, потому что реально меня уже напрягает. Надо просто реально все продать и... залечь на дно пока что с торговлей. Вот такие вот делишки, ребятишки. Так, ладно, змейка, давай, короче, тебя вот. Давай-ка я у тебя сейчас там... Вот так вот убью нафиг, а то что ты вообще поборзел, скотина. Убежал. Я тут понимаю, что кастую, а ты побежал. О, легче. Раковина. А, ну мне нафиг не нужно. Мне надо туда. Надо туда. Срочно туда надо. Нифига себе, сколько много, много, сколько много, много, сколько много, много. Супер. Мясо варана мне точно не надо. И столько она что-то не дороже чего-то стоит там, да, вообще пофигу, заморачиваться не хочу. Так, ой, время это уже подходит к концу, и по ходу дела я это за кадром буду выполнять задание. Так что, ребята, о, давайте в кратер сядем. Так что, ребята, кстати, в этих кратерах обычно песчаные жуки, ну их нафиг. А вот, так вот, что я хочу сказать. На этом я, пожалуй, уже буду с вами прощаться, потому что все рассказал, что-то как у меня тут произошло, что изменилось. Спросил все, что было интересно. Ну и, конечно же, немножечко побегали, немножечко покачались, и в целом немного было продуктивно, 6% тоже вполне себе неплохо. Так что на этом я буду с вами, пожалуй, прощаться, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ну и, конечно же, делитесь моими видео с своими друзьями, всем удачи и всем пока!